Сегодня, 9 марта, индийскую вакцину AstraZeneca уже привезли в Славутич. Пока немного, всего 100 вакцин. Предварительный опрос среди знакомых говорил, что немногие хотят вакцинироваться, но реалии сегодняшнего дня поликлиники показали, что уже есть очереди. И сегодня вечером уже как минимум 100 славутичан получат первую вакцину. Как самочувствие, поинтересовались мы у вакцинированного медперсонала. Все добре, самопочуття, ейфорія від того, що зробила щеплення. Ага, а у вас? Добре. Все добре. Все звичайно, да. Все гарно, нічого не болить, все нормально. Первые уколы в Славутичи делает приехавшая вместе с выездной бригадой медсестра Алла Евгеньевна. Опыт вакцинирования у нее достаточно приличный. Она сделала уже... Больше 300. Больше 300. Да. А здесь уже 26. Все одинаково реагируют? Не, все по-разному реагируют. По-разному, да. Чуть позже вакцинируются общественные деятели и депутаты городского совета. Первое интервью среди вакцинированных. Виктор Васильевич, не страшно было? Ні, навпаки, після цього не страшно. Не дивлячись після того, як я вакцинувався, не дивлячись на те, що загальна чисельність осіб, які славутичан, які мають захворювання на COVID-19, значно знизилась. Декілька разів, але все ж таки ми повинні скористатися цією можливістю, яка сьогодні надається славутичанам щодо вакцинування. Звісно, так. Ну так, много говорят, що мол, как бы не очень качественные, только от 60 до 90%, а вот другие якобы 95%. Так, ну вы знаете, говорят, але я все ж таки слухаю фахівців, поради фахівців, лікарів в першу чергу, щодо того, що вакцинування, не дивлячись, яка рівень ефективності вакцини, що користі від цього значно більше, ніж може бути якихось сторонніх наслідків. Ну, еще говорят, что от вакцины еще пока никто не умер, а вот от COVID-19 так, очень так, много. Так, дійсно, на превеликий жаль, навіть серед славутичан ми маємо такі трагічні випадки щодо летальних наслідків після в результаті захворюваності на COVID. І, звісно, що вакцинування – це одна із можливостей зменшити ризик захворюваності. Вообще не болить плечо сейчас, как бы чисто? Та ні, це не страшніше, ніж укус комара. Будь-яке щось перше, воно завжди якось так дивно і неочікувано. Хоча, чесно кажучи, ні, ніяк страху не було. Больно? Ні, як в мультфільмах, раз і все. Що ти порекомендуєш славутичанам, які ще ні, але можуть? Я вважаю, що щеплення – це одна із необхідних речей сьогодні в нашому суспільстві, тому раджу всім все ж таки зробити це саме щеплення. Зовсім не страшно, зовсім не боляче, тому я раджу всім славутичанам бути відповідальними і зголоситися і все ж таки вакцинуватися проти ковіду. В соседней комнате на всякий случай дежурит скорая помощь. Но пока все в порядке. Все улыбаются, никто не говорит, что ему плохо стало. Не, ну первых реакций не было, все как бы без осложнений. Все. Когда будет следующая партия, об этом сообщат дополнительно ваши врачи. Всего в рамках первого этапа вакцинирования в Украине планируется провакцинировать 367 тысяч человек. И первые 100 уже будут вакцинированы в Славутиче сегодня. Нужно ли продолжать носить маску? Многие зададут вопрос. Да, это обязательное требование даже после вакцинирования. Исключений нет ни для кого. Как поясняют разработчики, антитела появляются в среднем через 2-3 недели после первого укола. При этом долгосрочный стойкий иммунитет формируется только через 21 день после второго укола. Дело в том, что главный эффект вакцины – защита привитого от тяжелых осложнений болезни. Заражение и легкое протекание инфекции не исключаются. И еще раз коротко о том, как работает вакцина. Когда в наш организм попадает новый патоген или новое заболевание, вместе с ним в организм попадает и новый антиген. Каждый раз, когда организм встречается с новым антигеном, он старается выработать новое антитело, которое сможет присоединяться к антигену, чтобы уничтожить болезнетворный микроорганизм. Вакцина – это мельчайший, неопасный фрагмент болезнетворного микроорганизма, содержащий антиген. Этого достаточно, чтобы наш организм научился вырабатывать специфические антитела. Если в дальнейшем организм столкнется с настоящим болезнетворным микроорганизмом, он будет знать, как с ним бороться.